Друзья, всем привет! Приехал на авторынок, хотел сказать зеленый угол, на авторынок Уссурийска. Проверил автомобиль, Альфард, оказался он неплохим. Сейчас будем с подписчиком разговаривать о покупке, да. Ну и, конечно же, сниму для вас цены. Но, насколько я знаю, давненько я не был на этом авторынке. Здесь не все продавцы указывают цены на именно на автомобилях, да. Ну, в общем, посмотрим, что написано, что нет, что сколько стоит. Но вот пока вижу то, что автомобилей довольно много, но с ценниками проблема. Стоит премиум, просто указан пробег 30 000, указано то, что она аукционная, цена не указана. Стоит Prius 20, то же самое, 3,5 балла, пробег 69 000, больше ничего не указано. Стоит Fit Shuttle. Автомобиль у нас 2012 года, 1.3, гибридная версия. То же самое, ребят, цены нет. Будем ходить, искать. Степ-вагон стоит, спада, такой серенький цвет. Кто-то вот недавно сказал в видео, то, что слишком много внимания уделяю именно на спады. Ну да, действительно, есть такое тоже. К сожалению, цена здесь не указана. Но это уже идет 17-й год, пробег 21 тысяча у него. Nissan Note синего цвета, 17-й год, гибрид, стоимость 730 тысяч рублей. Toyota Passo, летняя резина у него, без литья. Я так понимаю, 455 тысяч, 12-й год, литровый, пробег 55 тысяч. Виш, 12-й год, 890 тысяч. Такой полноценный семейный минивэн. Виш литровый, оценка 4 балла, без цены. Мира 4 ВД. Тоже не указано. А Honda Accord, 14-й год. 1 340 000. Посмотрите, какое у него огромное литье. Subaru Forester 2016 год, 1 315. Но это дешево, реально дешево. Honda Shuttle 16 год, 890 000. Все, закончилась цена. Сирены свежие, и смотрите, джимики есть свежие, 19-х годов, три двери. Ах, тоже ценника нет на них, а? Вот смотрите, идешь по ряду, и действительно неудобно, но нету цен. А какая здесь ситуация? Многие продавцы не с самого города, да, а вот, допустим, сейчас я смотрел, Альфарда продавец вообще со Спасска. То есть в любом случае нужно останавливаться, набирать телефон, звонить и узнавать, сколько стоит автомобиль. Ну, неудобно, очень неудобно. Вот Альта стоит, 4 балла, 285 тысяч, 16-й год. С Альтами недавно столкнулся, с поиском. Больше Альты искать не буду, серьезно. Их вроде на дроме можно, ну, как бы их много, да. А найти достойные, это оказалось ой как непросто. Виц без цены, Дейс, АД, хотя бы по наличию посмотрим. Пробокс, о, биби даже есть. Пробокс 635 тысяч, ВОЗ 10 августа. И вот почему-то, кстати, я заметил у них тенденцию, да, такую, на стеклах пишут именно когда привезен автомобиль. 4 балла, пробег 105 тысяч, 635 тысяч рублей. Toyota BB, 16 год, полторашка, 3,5 балла, 69 тысяч пробег. Вот пробеги везде написаны, практически на всех автомобилях. Toyota Porte, полторашка, 45 тысяч пробег. Мира, 3 двери, 4 балла, пробег 75 тысяч. Пробокс GL комплектация, полусупер, 4 балла,
ТВ читает все. Колеса 100% новые, но без цены, друзья. Сейчас все-таки попытаюсь найти, где есть. Филдера есть, старые кузова. Сай. Toyota CHR 17 год, 1.8, 1 миллион 440 тысяч рублей. Mazda 635 тысяч. Axio 16 год, полторашка, 850 тысяч. Fit 790. 17 год, 1,5 литра. Гибрид. Fit в белом цвете. Вариатор не гибрид. 690 тысяч. НВГН 475 тысяч. Сиента 16 год, G-комплектация. Вот кто-то недавно спрашивал. 910 тысяч. Аква в красном цвете 700 тысяч рублей. Свифт 810 тысяч. Приус 1 200 тысяч, 4 ВД. Тоже кто-то про Приус спрашивал. И вот недавно писали мне про Мувика, по-моему, даже вчера. 17 год, 0,7, 410 тысяч он стоит. Toyota Esquire, гибрид, автобус. 1 миллион 550 тысяч рублей. 2016 года выпуска. Так, Aqua, new модель. 75 тысяч пробега. Автомобиль без пробега и без цены. Nissan Note, пробег 88 тысяч. 4 камеры, сонары. Цена не указана. Honda Spike. 14 год. Аукционные 4 балла указано на климате, но без цены. Такой автомобиль стоит порядка 800 тысяч, плюс-минус. Honda Shuttle, гибрид. 3,5 балла. Еще один. 116 тысяч указано. ЭПТС действующий. Кто не знает, что такое ЭПТС, это электронный паспорт транспортного средства. Машина нормальная, но такая же поле, вот сейчас по полю, грубо говоря, то есть поле. Вот это Лютюз, или забито получится. Сейчас сколько еще Рактис без битья? Рактис 1.3, есть полторашечные, без цены. Еще, смотрите, вот хожу, да уже вторая Биби, во Владике столько нет. Еще один Виш, Паса. 4 балла, 48 тысяч пробег. Филдер VXB. Ну, VXB-шные, они дорогие. Они очень дорогие. Тоже 4 балла. Все машины бальные. Все. Не знаю, как оно будет на самом деле. Как видите, выбор в принципе есть. Иси стоит. Тоже все, их меньше и меньше становится. 11 год. НВ 200. Который ряд уже иду. Toyota Corolla Rumion. Тоже бывает, спрашивают такие автомобили. Своеобразный, интересный автомобиль. Довольно неплохой, надежный, G-комплектация. Prius Alpha 15 год, 925 тысяч, аукционная оценка, 3,5 балла указано. Двадцатый Prius, как был, так и есть, так, наверное, и будет популярным, 3,5 балла, 8 год. Ну, стоимость 650-700 тысяч,
за эти автомобили. Porsche 4-бальная, X-Trail гибрид. Везель гибрид. Гибрид 1 250 000. RU3 передний привод. Nissan Juke, что-то давненько их не встречал. 16-й год, оценка 4 балла, круговой обзор, тоже без цены. Outlander, Prado, полноценный такой рамный джип, 4,5 балла. Ну, прадики, они дорогие, покупают их не так часто. Вообще берут все, что, наверное, до миллиона. В основном. Bluebird, Sylphy, тоже довольно-таки редкая модель. 10-й год, 1,5 литра. Как не узнать цену? Еще один CHR, он стоит Porsche, 765 000, серый цвет, 4 балла, 1,5 литра. Еще один Sylphy, виш, кейкарочки стоят, руксы, это солио стоят, виш, 935 000, 11-й год. CHR 4,5 балла, 100%, 29 тысяч пробег. Ну, данная модель относится к такой категории, которую действительно можно найти с хорошей оценкой, с небольшим пробегом. Вот этот движ стоит 880 тысяч. 10-й год, S-комплектация. Ну, вот хоть какие-то цены стали появляться. Солево 1,2, аукцион, 91 лошадиная сила. Только зарекнулся про цену. Цена не указана. Так, это у нас танк. 4,5 балла, аукцион. Фрид. 9-й год, 1,5. Но не все 1,5-литровые идут. Тор. Дайхатсу Тор. 18-й год, литровый. Еще одна. Порта. НВГН турбовый. Все шеры. Дайхатсу Каст Актива. Интересного плана автомобиль, согласитесь. Вот со стороны прикольно он так выглядит. Энбокс, Эрваган, Альта. То, что толпы людей, сказать не могу, но тем не менее люди есть на авторынке. С Альтом и беда, я так понимаю, они все какие-то прокатные идут. Вы знаете, вот такой у них салон, дерьмовый, извиняюсь за выражение, найти, чтобы... Блин, был нормальный салон, я их не знаю, несколько десятков пересмотрел, ну, как бы нашли, конечно, но не в идеале. Passo 4 WD, 16-й год. Что касается малолитражек, басиков, кейкаров, с 4 WD, друзья, очень сложно, реально все очень сложно с 4 WD. Обратили внимание, вишей сколько много на рынке? Виши, шатлы, пасеки, вот, еще один филдер, 9-й год, 4 WD, Outlander есть. В принципе, довольно неплохой выбор. Вот уже который жук. Пробоксы есть, сиенты есть, все есть. Цен только нет. Еще один мувик, 4 WD. Было время, когда в Владивостоке действительно, ну, проблема была с кейкарочками с 4 WD, да, именно с 4 WD. Ездили прямо в Уссурийск, да, не только 4 WD, вообще вот третий мувик стоит, но у нас во Владе столько нет. Короче говоря, за маленькими автомобилями ездили
в Уссурийск осматривать и, соответственно, покупать. АД, Вишей целая пачка стоит, НВ-200. Смотрите, практически весь рынок прошел по рядам. Ну, очень мало цен, очень мало. Исис, Филдер, свежий. Вот их мало здесь. Тридцаток практически нет. Алионы премиум, как обычно. О, премиум, 9-й год, 790 тысяч. Нашел цену. Без цены. Это свежий Алион. Мазда свежая. Исис. 790, что ли, 10-й год. Странная какая-то цена. Nbox Plus.